Сегодня на центральном стадионе городского поселка Карма открыли спортивный городок «Мара здоровья». Напроконце минулого года идею створения пляцовки заявили на конкурс мясцовых инициатив в рамках проекта международной технической допомоги ЕС-ПРААН «Содеяние развитию на мясцовом узровне в Республике Беларусь». Дякуючи перемозе, «Мару жыхароў Кармы» увасобили у житё. На открытии нового спортивного объекта побывала наша здымочная бригада. Реализация идеи стала магчымай дзякуючы финансовой падтрымцы Европейского союза и удзелу программы развития Организации Объединенных Наций у Республики Беларусь. За инициативой выступила кіраўніцтва и навучэнцы Кармянской дзіцяча-юнацкай спортивной школы. После перемоги у конкурсе на проект выдаткавали звыш 16 тысяч евро. За гэты кошт на центральном стадионе городского поселка Карма узвялі спортивный городок с вулічнымі тренажерами и турниками. Приоритетным для нас сегодня является здоровый образ жизни, а эта площадка будет способствовать именно вот этому направлению. Демографическая безопасность, она во взаимодействии всегда именно с тем образом жизни, который существует на территории Кармянщины. Мы сегодня благодарны вот за эту помощь, международную техническую помощь, которую нам представили в рамках данного проекта. Спортивный городок поделены на два района. У першем усталявали 14 уличных тренажеров. 5 из них призначены для людей с обмежеванными физичными махчимостями. У другим районе разместили комплекс сучасных турников. Пляцовка в уголе подыходит людям любого возраста. Головное – жадание. Очень-очень даже давно она здесь необходима. Вы смотрите, сколько здесь приборов, сколько детишек, сколько инвалидов. Все они будут проходить, заниматься, и будет толк, будет результат. Очень люблю спорт. Мне также очень нравятся эти тренажеры, и я с удовольствием буду сюда приходить и заниматься. За час реализации проекта по створению и уладкованию спортивного городка до его подключились и мясцовые жыхары, организации и предприемства Кармянского района. Их агульный уклад у негрошовой форме – 2000 евро. Одним из мероприемств, проведенных в рамках такой доброчинной подтримки, стала акция «Семейное древо» по озеленению территории спортивного городка. Моя семья в год малой родины в том же числе не оказалась в стороне. Мы оказали спонсорскую помощь спортивной школе в закупке туй для благоустройства данной территории. Все желающие смогли высадить данное деревья. Надеюсь, что такие проекты и в дальнейшем будут реализовываться на территории нашего района. И он станет еще красивее и уютнее. Приходить у спортивный городок можно в любой час, у любую пару года, цалком бесплатно. Такий пригожий куток для занятия спортом не повинен застаться без уваги и наведвальников. Евгения Кухаронок, Ігор Марищенко, телерадиокомпания «Гомель» з Карми.